В Москве прошли переговоры канцлера Германии Ангела Меркель с президентом России Владимиром Путиным. В ходе встречи российский лидер заявил о необходимости урегулировать двусторонние отношения. Также обсуждали ситуацию в Украине. Перед началом переговоров в Кремле лидеры двух стран вместе прошли мимо строя почетного караула в Александровском саду. Возложили венки к могиле неизвестного солдата. Меркель приняла решение не присутствовать 9 мая на торжествах, посвященных 70-летию Победы, но позже предложила президенту России вместе отдать дань погибшим в Великой Отечественной войне на день позже. Лидеры большинства западных стран отказались присутствовать на параде Победы в Москве в связи с украинским кризисом.